Ух ты! Да ты просто зверь! Сири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Добрый вечер, уважаемые подписчики моего канала, а также случайные зрители. С вами Климанов. И сегодня я решил сделать, скажем так, некий обзор на Ведьмака 3, а точнее обзор первой главы, которую мы проходим в самом начале. Потому что я, во-первых, в силу того, что уже вышел Ведьмак 3, должен сказать некоторое свое мнение о нем. И самое главное, почему я решил сделать все по эпизодам. Потому что мне хотелось бы высказать мнение о первой главе, в силу того, что она у меня в прохождении заняла несколько часов. А точнее, как несколько, она у меня заняла всю ночь. И то не полностью, потому что начался чисто деревенский детектив с прохождениями квестов сторонних, ну, которые вызывают у меня гораздо больше интерес, нежели чем сама сюжетная линия, которая бы, ну, кончилась быстро. Потому что даже квесты сделаны вполне неплохо. Начинается Ведьмак со страшного сна Геральта, где Цири убивают дикая охота. Это те самые всадники смерти, которые гонятся за Ведьмаком еще с первой части, если вспомнить некоторые отсылы к первой части Ведьмака и ко второму. Он об этом очень много рассказывал. А также есть еще такой момент, как, ну, те, кто книгу читали, те поймут абсолютно многое. Мне, честно говоря, мое мнение о Ведьмаке, мне Ведьмак понравился. Даже несмотря на то, что прохождение пролога заняло очень долгое время. Но на территории было чем заняться, потому что сама территория представляет из себя открытый мир, но поделенный по локациям. Это сделано на самом деле не просто так, это сделано не в силу моды, что открытый мир должен быть везде, он же охуенен, это же открытая песочница, блядь, на которой делать нехуй, блядь, как это в большинстве игр, блядь, делается. Открытый мир здесь сделан вполне гармонично, каждая территория отличается. И при этом все места, все закоулки, они запоминаются, потому что здесь абсолютное многообразие, несмотря на то, что большая часть территории это огромный лес. Но мне, честно говоря, во многом понравилось то, как сделан открытый мир в первую очередь. Во-вторых, открытый мир сделан не просто так, потому что при сражениях с боссами вы можете свинтить от них, если вы не вывозите их левелом и подготовиться получше, а также поднабрать опыт, чтобы левел вам позволял хотя бы это сделать, даже если он будет выше, ну, на 5 единиц максимум. Зато хотя бы он вас не начнет вывозить с одного удара. А также как раз открытый мир, что еще показывает, так это сражение с Грифоном, которое я проходил. Он показал следующее, что... сейчас скажу. Что Грифон может от вас спокойно съебать во время битвы. Это на полном серьезе, когда вы ему снесете половину хп, то в дальнейшем он все же убежит от вас, и вам нужно будет его догонять. И лучше это сделать на лошади, потому что иначе, скорее всего, вы можете забить на битву с Грифоном и пойти заниматься еще какими-то делами. А когда вы к нему вернетесь, у него будет по-прежнему снята половина хп. То есть здесь это очень продумано, и на самом деле меня абсолютно радует открытый мир, который меня на самом деле в играх бесит, потому что я считаю, что куда лучше сделать коридорное пространство, но сделать его качественнее, чем открытый мир, на котором делать нехер. Но в Ведьмаке справились с невыполнимой задачей, сделали насыщенный открытый мир, который мне здесь полюбился гораздо больше. Также я заметил следующее, что такие территории, как Велен и Новиград, это как раз территории, которые имеют, несмотря на то, что они являются двумя разными локациями, они между собой имеют одну открытую границу. То есть можно из Велена спокойно, без переходов и перегрузок, попасть на Новиград, просто на своих ходах. Честно говоря, вот этот ход меня даже удивил, то есть мне вполне это устроило, потому что... я любитель как раз не ходить по быстрым переходам, а больше исследовать территорию, больше там узнавать квесты или еще что-то в этом духе. И чисто погружаться в игру с головой. И на самом деле, меня чем порадовал Ведьмак, так это тем, что
В большей степени здесь все квесты выполнены не в стиле, мол, сходи за пивом или не пацан. А здесь большинство квестов себя подразумевают следующее. Каждый квест из себя представляет маленькую сюжетную линию, которая, ну, не переплетается между собой. И в итоге это все затягивает. Причем большинство квестов сделаны в стиле Бэтмен Архам Сити, потому что там также получается, ты идешь по следам, расследуешь улики и идешь как раз, выясняешь всю загвоздку, всю происходящую, и сводишь нити с концы с концами. И в итоге все неплохо сделано, то есть здесь есть следующие моменты. Во-первых, сам сюжет. По сюжету Тимерия пала, и Тимерии больше нет. Есть только некоторые ее отсылки, так как из королевства остался, как я понял, Нильгард и Редания, которые воюют сейчас между собой в остатках. А, собственно, поэтому как раз в некоторых сценах по сюжету можно увидеть, что трактирщица снимает тимерский герб по воле местных алкашей. Ну, собственно, такие ситуации, наверное, знакомы людям в СПБ-баре, когда местные алкаши прям блатуют до местных, ну, абсолютно всех. Хотя у Прошу нас, честно прощения, говоря, леди Пикачу. СПБ-баров нет, у Да нас есть другой ничего, аналог, на не примере, бойтесь. не знаю, Рокс. Хотя там люди ведут себя и то потише. Люди здесь нервные. Мало того, что Но в целом вы вояки мою мысль алкаши, поняли. так и грифон По шныряет. большей степени тут сюжет разворачивается Послушай, на что я то, должен что делать? поскольку Тимерия Что пала, для твоего лорда важно? политика здесь не самое главное, потому что мы сами знаем, что насколько Согласен, сильно уже Геральт не поздно. любит в нее встревать, но все же встревает. Зубри ведьмаки, еда и И пустой здесь кондичок. турбозамес замешан на том, Чего что тебе изначально ему терять? приснился сон, как Цири отрубили голову, а в итоге выясняется, что нам ее придется искать по воле императора, и мы снова вплетаемся в политику. Помочь тебе с переездом? А для Просто начала помочь. мы ищем Еще Йеннифер, не которая совсем нас и разобрался. вплетет в этот весь водоворот. Тогда И при этом, постановлю проект. приступим ли мы к сюжету сразу или нет, на самом Разумеется, деле мы на решать нам, полную потому меньшую что внимание. помимо сюжетной линии есть еще большинство приятных занятий, как Старое дополнительные добрые задания, времена. ведьмачные Горячим контракты мясом не и прощаться в окно также солнца. охота за Терпеливые сокровищами, где мы края. можем себе найти и собрать неплохой На лут. мой взгляд, Но только для этого нам должен почему нет? у нас Опять же, должен быть Геральт, подходящий для этого послушай профессор уровень Оксендрейской академии, прокачки, потому считай, что иначе меня даже пустой. если мы Первый пойдем козырь с перед низким Геральтом уровнем и весь все же зуб. каким-то макаром, хитрым Да способом еще одолеем там говорящий местных длинные волосы, одета в черное. чудовищ, которых мы не будем вывозить Разумеется, некоторое нет. время, но все же В вывезем. отличие от Охлоса, я И когда мы знаю, это что сделаем, лестница мы поймем, воинов что на шестнадцать. некоторое время это был бесполезный Я труд. ищу Конечно, мы ключ. выполнили квест, да, мы Ага, молодцы, мы собрали, как и все. получается, Все чертежи, мы все. потом собрали саму броню, но в итоге мы Все понимаем, что мы выглядит даже хорошо. половину эту броню на Все себя надеть отлично. не можем, пока не прокачаемся. Что Также теперь? связанные с оружием, но на самом деле, знаете, оружие, Ага, броня — тогда это вперед. единственные вещи, которые нам по левелу не даются, хотя Здесь с врагами ничего не некоторыми, надо. чтобы почувствовать себя на сложности Ultra Dark Souls, мы можем Ничего, сразиться, которые конечно. выше нас левелом Втроем не и справимся. представляют для нас огромную Идет? опасность, и при этом Да я проходить куда некоторые квесты. Я денусь? помню, Будь у меня когда был на экран, низком я левеле, я увижу решил весь пройти сюжет. квест, получается, Потом нет. Тогда вперед. связанный с кузнецом Если эльфом в интересно, Новиграде, подойдите. которого Там бродяги прессовала наркоманы, местная один на один. гопота, и мы должны были, Твою жопу, я сам скажем так, пойду. дать ему ход в дальнейшем, заниматься его любимым Я пойду. делом, чтобы от него отвязались. И там все закручивается в такой турбозамес, что на самом деле у меня Ага. квест занял прохождение 3 часа. А самое главное в том, что это всего лишь навсего квест. А я молчу про всю игру. Она у меня занимает гораздо больше часов. Я по-прежнему до сих пор прохожу, собственно, почему я с Bloodborne на некоторое время завязал. И поэтому ролики не выпускались. То есть, да, причина, почему я вообще не выкладывал ролики, это в первую очередь я болел и был не в состоянии этого делать. Во-вторых, были технические причины, а также причины с переездом. Ну и третье, самое главное, да, я, когда купил Ведьмака, все, я решил уйти в него с головой. На самом деле, игра стоит того, потому что в плане RPG это полноценный RPG с хорошим доработанным балансом. Ты Ну, кого-нибудь кому-то подозреваешь? напомнит это Fallout New Наследие. Vegas, Я живу здесь потому что века, и у меня своя там как семья. раз именно получили Но тот все Fallout, который мы поменялось, когда хотели. пришли черные. Я Здесь единственный, то же кого не самое, но освободили. только Так что приходится и на в плане коридорах баланса и здесь еще мы поэтому получаем плакаться, вполне хорошую голову RPG со ставить. Все славянско-скандинавской такое. тематикой, где мы Гильдеакцы не платят ни
в полной мере окунаемся в голову. Ну, тем, кому нравится славянско-скандинавская тематика, вообще игру эту оценят. Хотя я помню, было дело, что из-за этой тематики один журналист, скорее всего, ядреный желатель подолбиться в антифашист, то есть, который начал заявлять, что, мол, извините ли, разработчики, вы такие плохие люди, что вы не ввели негров. На что им сказали, извините, в регионах севера, а также славянских регионов не было негров. Не-не-не, нихуя, по территориальным соображениям там были негры, не ебёт, они там были. Ну, блять, это фэнтезийный мир. Тем более, там должны быть негры, блять. Типа, я вам сейчас докажу, вот, у славян там было в истории, что написано было дело о трех неграх-рабах. Они должны там быть. В итоге, я не знаю, какой маразм у этих антифашистов просто прет из головы, когда они настолько жиру бесятся, что если не удовлетворить их спрос, они начнут прям буянить капитально, потому что когда один человек выложил в одной какой-то РПГшке в стиле Диабло стишок про геев, обозлились 80 тысяч пидорасов, которые начали писать разработчикам, что за херня там потом, а в итоге дошло вплоть до того, что разработчики сами лично игроку написали, что, мол, слушай, чувак, у нас тут проблемы, эти педики нас застали, возьми, перепиши стишок, пожалуйста, чтобы они нас просто отъебались и все. И в итоге, окей, говно, исправил, все, пожалуйста, потому что у разрабов реально из-за пидоров были проблемы. И самое главное, понимаете, сейчас из-за вот этой тенденции геев воют везде уже не ради того, чтобы, скажем так, удовлетворить свои некоторые пожелания в сюжете, там еще что-нибудь, да, в играх, а уже чисто из надобности, чтобы на них не напала орда пидорасов, не клеймила их ни в чем там. И поэтому Mass Effect, Dragon Age, эти игры из-за таких тенденций скатывались только в говно. Хотя некоторые из неприводных друзей это все же радовало, то что, мол, да, все, мы довольны, тому подобное в этом духе. Почему меня это бесит? Потому что на самом деле, когда такие вещи добавляешь в игру, в которую они, ну, например, не вписываются, это, ну, знаете, как смотрится? Это смотрится как Диснейленд на фоне Холокоста, потому что на самом деле, это подошло бы для таких игр, как «Игра престолов», вообще для сериала это подошло. Почему? Потому что там показывается политика без купюр. И в «Ведьмаке» это тоже подходит, потому что здесь тоже показывается очень взрослая сказка, очень взрослая фэнтези, и где есть политика без купюр, кишки, секс и прочее. И сам в том, что спасибо разработчикам, что они количество этого дела минимизировали, то что здесь показывается всего пару педиков с некоторой историей, и не ждите, что Геральт с ними будет спать, потому что народы Нордлинга, они очень суровые, Геральт как раз является представителем северных народов. Собственно, вот тогда, если там это все не вставляется ради галочки, а ради каких-то там, не знаю, чисто показания реальной ситуации, то что реально, если педики есть, да, то скорее всего они чаще как-то имели дело с политикой, потому что там бывают такие люди, которые любят ебать маленьких мальчиков. И да, на самом деле, я не говорю про российскую политику, я говорю вообще в целом, в истории были такие случаи, на самом деле, на полном серьезе. Собственно, тут мораль. Люди, если вы так сильно хотите негров и педиков, на самом деле, ну, просто не страдайте маразмом, не доебывайте игроделов и художников и еще разных людей своими пожеланиями, потому что это буквально смысле начинает превращаться в идеологию. Если вы любите негров, если вы любите педиков, любите это тихо, не нужно это пропагандировать и говорить, что если вы ебетесь в жопу, то в связи с этим, все, вы особенные люди, которым, блядь, нужны права, которым нужны особо выплаты за то, что они пидоры официально, еще что-то в этом духе. Собственно, поэтому к вам и относятся не как к гомосексуалистам, а как к пидорасам. Хотя некоторых нормальных геев, которые не страдают маразмом, я все же знаю. Особенно среди, ну, популярных людей есть такие. В общем, какой вердикт я могу подвести за сегодня? На самом деле у меня прохождение одной только главы заняло очень много, и за одну главу я успел пробежать очень много поселений, деревенщин, еще тому подобных вещей, и самое главное, я успел завалить Грифона, но на самом деле, знаете, это было только начало, это была только разминка, потому что когда я увидел настоящего Ведьмака в целом в дальнейшем, меня это только обрадовало. Спасибо за внимание, друзья, до следующей серии.